Всем привет! И мы уже против Хамбург. Это очень сильный, очень сильная команда, в котором есть вратарь Вакабаяши, Завуки, Суги и Таки. Четыре игроков есть у них. Нападающий Каперман, полузащитник Калтас и полузащитник Мэтту. Вратарю Вакабаяши будет сложно забить гол, ну да, но в мультике не так было, мультик там был, это по-другому. У нас тут заставочка, потом расскажу все вам. До этого 3 года прошло с Вакабаяши. Я точно тебя гол забью. Конечно, забьем. Халиф там. Я, конечно, знаю, Цубаса хочет забить дробосайком шутом. Хочет забить голым. Но, конечно, дробосайку шут не будет работать. Думаю. Против Вакабаяши. А может и да. Ну, конечно, мы сейчас будем попробовать. Да. Ах, дробовая кушетка. Думаю, Вакабаяши не должен поймать. Да. Вакабаяши не поймала. И мы забываем первый гол с дробовая кушетка. Я думаю, что Вакабаяши отбьет его. Ладно, Цубаса пусть отдыхает пока. Все. А другие у нас игроки поработать, взять у них. Это будет, правда, сложный матч. Так. Да мы мораль. Отличная мораль. Есть. Отличная мораль. Лима забирает мяч. Дадим пас потом. Так, все окей. Вот этот номер 6 держит Цубаса, потому что этим пас Мета, блин, держит. Фу, Батист. О, фу. Дадим пас Цубасе. Делаем еще дробосек кошот. А вот там уже Халиф там пройдем. Черт, штанга! Ездка, фу. Столько энергии потеряли на штангу? Нет уж. Энергия цепляется, посмотрю. Да. Ну ладно, пусть отдыхает. Уже 320 очков снимает дробосадку шут. Но он довольно сильный. Цубаса я не буду использовать, пускать. Черт, не угадал. Да что там только Цубаса? Черт, Мэтцер, у него есть, наверное, какой-то шут. А, да, со спин пас, раза пас делать. Фу, спин пас. О, отлично. Так, делаем с тобой с вами, а вот только с вами. Лишь бы не пол. Ударя. Ну, паскапа тоже может работать. Да. Идется блокировать, и мяч у нас. Ну, вроде для нас это легко будет. Ну, не сомневаюсь сразу. Не сомневаюсь. Так, быстро. Давай, Цубаса, иди вперед. Ну, если есть энергия, будет дробосек, то что может делаем. Ну, вроде бы еще 20 энергии. Я хочу сделать с халифтом, а то вот так энергия отнимает. Один пас Цубаса.
И вот теперь пульт. Ладно, простым дриблингом протяну. Ну чё номер 5, а? Ладно, делаем хайлифт. Думаю, Вока Баяша не сможет отбирать. Вау! Ничего себе. Ну ладно, номер 11, думаю, что не помешает. Я ударю. Да! Получается, если бы не меня решила. Ну чё? Ладно. Только жаль, что не было. Окей. Затем по слиме. Мэтца. Всё из-за тебя. Если бы не ты бы. Помогите. У тебя там пуст. Попробуем еще хайлифтом делать то. Нет, тогда... Да... Зубасом... Не знаю... Зубасом останется очень много. 30-40 энергии. Да... Похоже, пока боялись, кто будет убивать. Давайте пробросим. Сейчас. Хорошее место дадим. Ладно. Короче, не ударил. Ну что за дела? Субаса. Как Субаса негря. Давайте с Гилом. Ударим. Ну, конечно, я не так хотела. Я еще хотела по-другому как-то. О, Субаса бьет, отлично. Я хочу вот так делать. Вот так. О! Субас простым дриблингом приходит. А я с хайлифтом. О, надо было без хайлифта. Да, Субас и 6 энергии, значит, нет в игре. Пока шабекает. Это может рабосяк, может хайлифта. Нет, простым дриблингом. Так. Это нам главное в первом тайме было забить очень много голов. Это было главное. Да. Ну откуда Калтас бы не взялся? Кстати. О. Есть. Затем просто команду. Давай, окей, все, 3-0, отлично.